идет. Да здравствует ваше детище, Сергей Сергеевич! Да. Идите же! Мой голос нелег! И тщетный всех слова! Я знаю, что не ты, я. Вот я, садитесь! Нет! Женщины! Женщины, дорогие женщины! Сюда садитесь! А, да, хорошо! Подождите, я хочу сказать, давайте, ну, приговорили. Что? Всем внимание, внимание, все, садитесь. Дорогие женщины, я хочу выпить за наш коллектив, за наше, так сказать, наитие. Ура! Ура! Все выпили, женщина? Я хочу сказать слово. А вот это нет. Она сигарет из Франции, Сергей Сергеевич. Да? Это я сказала, мне привезли. Пробовала. Женщины! Женщины! Итак, в этот торжественный день я хотел бы отметить каждого члена нашего коллектива. Давайте все поприветствуем нашу самую, так сказать, старейшину, самую, так сказать, патриарха нашего ансамбля, нашу безотказную Капитолину Петровну! Я безотказная! Подождите. Итак. Я безотказная. Варю, конечно. Которая все эти годы с нами. Также я хотел бы поприветствовать нашу Сару Абрамовну, которая тоже все годы эти с нами. Давайте встретим обоих клиентами. Yeah.
женщины! Совсем забыл, Про нас же написали в областной газете! Дочитали мы, все газеты купили. Ну вот, это ведь на всю область пошло, вы понимаете? Конечно, я хотел еще... Я приглашал еще телевидение, но, к сожалению, не приехал. Но ничего, ничего. В газете это тоже очень важно. Вот. Давайте выйдем. За наше наитие нальемте. Нальемте, друзья. Ой, я хочу сказать, что мне старость расчула на этом нашем юбилее. Да подождите вы! Сядьте! А, вы? А, арманьяк! А поболее! Папочка! А, Эйва! А! Женщины! Я выступаю с речью! Итак, нам сегодня 10 лет. 10 лет мы вместе. Скажите, много это или мало? Мне же про костюмы вам рассказать. За эти 10 лет мы поймите, мы забрались на такие высоты, на такую гору, на Джомолунгму, так сказать. Сергеич! И это все. Куда забрались-то? Джомолунгму. Он поэт. Он настоящий поэт. Браво, дайте человеку сказать. Померла Люся потом. Капиталина Петровна. Ну дайте мне сказать, ну, я понимаю, вы самый старший у нас в коллективе, но... Да говорите. Я продолжу. Что там? И это все, женщины, дорогие, это все... Дайте ему сказать, как я не учусь. Ладно. Что? Я понимаю. Вы есть член, что ли?